Я обещал там быть незаторможенным. Давайте, Ваня, помогай тоже. Поднимай. Сзади возьми, сзади, с торца. С торца. Кто? Ну ты кто? Так, только не толкай. Аккуратно, я скажу. Бегу, все. Вот, ну. Выпрямляй. Прямо делай. А что там мешается? Кирпичи. Вот пока кирпича. Подклади туда кирпич. Еще что-то надо подложить. Нет, дощечку. Все там? Все, да. Только надо сейчас будет зафиксировать. Что это? Вот так вот. Все, на 150, которые тут гулял, большие гуляли. 4 штуки. Молоток. Четыре штуки, Ваня. Ладно, возьми. Два штуки дай мне. Так. Найдите два небольших колышка, чтобы вот сюда можно было вбить, чтобы эти доски туда-сюда не двигались. Хорошо. Возьмите сюда. Там на огороде посмотрите колышко. Ваня, пошли. О, пойдет. Все. Давай. Сейчас пойдет, тут заодрить. Нет, ничего не надо. Вообще-то можно и, в принципе, отпилить, да. И топором заострить. Отпилить, не понимаю. Отпили, ножовку здесь отпилю. И второй такой же колышек. Угу. Все, покажи там, кто как пилить будет. Топор только не трогай, топор уже влияет на это. Держи. Нет, вы неправильно держите. Ваня, вдоль положи доски. Вдоль доски. Ему легче держать будет. Стой.
держи. Дядь Володь, а кто заострять будет? Я не Никита. Я Никита, давайте. Все, брат, можешь отвечать и заострить, чтобы выстрелить. Сегодня у нас 2 июля 2015 года. Вот продолжение. Мы строим пирс. Вот братья младшие у нас допиливают. Столбушок, сваи, чтобы забить можно было. Посмотрим дальше, что у нас Никита делает. Вот он. Сейчас гвозди выпрямляет. И делает вот под поперечины небольшие такие кусочки, чтобы оно держалось лучше, потому что гвозди могут прогнуться, а это уже брусок не даст ему прогнуться. Вон женщины пришли. Вот, сейчас он прибьет. Так, не умирайте, братья, давайте побыстрее. О, молодцы. Вот, все. А это что, не здешний там? А? Не здешний? Не знаю. Прыгать не надо! Ни в коем случае! У нас уже одна прыгнула, ногу распорола. Никогда не прыгайте. Это кто? Ну мы вот, я не знаю, мы сейчас на обед уже пойдем. Ладно, сейчас. Сегодня 2 июля 2015 года. Это уже вечер. Мы с утра начали пирс восстанавливать здесь, возле лагерного огородчика, детского просного лагеря. Тут вот пруд. Сейчас уже 18:47. То есть уже ближе к ужину. Вот, и уже часть восстановили. Вот Никита тут и Паша ему помогает. Доску постелить широкую. Эту потом дальше продвинем. Паша, отойди, отойди. Сюда поближе ко мне, отойди, на всякий случай. Он уже размахиваться надо. Опа, вот. Что такое за бревно? Паша уже научился плавать. Радуется. Поплыви вон там, проплыви вон там, покажи. Сейчас не надо обойти там. Не, стой, стой, стой. Под доской поднырни, да и все. Она же без гвоздей. Давай, покажи. Во, да, у тебя уже получается вовсю. А боялся воды, но с Божьей помощью, с молитвой, Господь ему дал проплыть. В воде, конечно, сложно забивать. Это не на суше. Делать надо все равно. Хочешь, не хочешь, а делать надо. Еще много восстанавливали. Там у нас вот лягушатник, где ребятишки плавают. Учатся плавать. Там у нас пол под водой сделан всегда. Ну, этой зимой все разворотило. Снег. Весь пирс нас. Каждый год почти так делают, происходит.
Че? Ящик, тут промежуток какой остался. Но тебе надо это, или топором, или чем ударить, чтобы сильнее был удар. Это по бревну может даже. Надо было прижимать, видишь. Это плохо, что у тебя промежуток остался. Тебе сложнее сейчас забить будет. Чего? Прижимать надо было, чтобы Павел у тебя прижимал в этот момент, когда ты забивал. Вот видишь, теперь я не знаю. Ну. Добейся хотя бы один гвоздь. Чтоб... Это я один бил полностью. А кто... полностью бил? А, полностью. Железка. Да. Мы бревешки поутаскивали, сколько уже плавуны плавают и не ложатся на ил, и в то же время в воде плавают. Очень опасно. У тебя уже вниз загнулся. Сегодня у нас СПТУ, ничего себе, вот это ты нашел. О, спаси Христос тебе. Вот это да. Паша старается, трудится. Ну, вот так вот, слава Богу, за все. Тишина, ветра нету, вода как кипяток, горячая. Наверху именно, нанизу, конечно, попрохладней. Слава Христу.